Следователи выясняют обстоятельства чудовищной трагедии в Гомеле. Буквально вчера мы рассказывали о матери, которая, по некоторым данным, могла убить своего сына, мальчику, которому едва исполнилось 2,5 года. Накануне утром женщина позвонила в милицию и сообщила, что двое ее детей мертвы, погибли якобы случайно. В квартире 25-летней гомельчанки оперативники обнаружили тела двух малюток. Эксперты установили, малыши захлебнулись водой. Пока родительницу подозревают в убийстве только старшего сына, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые должны пролить свет на психическое состояние женщины. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Обстоятельства гибели ее дочери устанавливают следователи. Известно, что дама одна воспитывала детей без мужа. Нашим корреспондентам удалось выяснить и другие подробности этой страшной истории. О них вы сможете узнать завтра из нашей итоговой программы.